Йоу! Здравствуйте! С вами Максимазов, и это игра Angry Birds Seasons. Начинаем новый сезон по Angry Birds. Да, первую часть оригинальную мы с вами уже прошли, и мы переходим ко второй игре. Это по счету у нас Angry Birds Seasons. И первый эпизод в этой игре, у нас тут эпизодов больше гораздо, чем в первой части, но они короче намного, поэтому я думаю, что мы не будем тоже эту часть проходить так долго, хотя первую часть мы проходили с вами целый год, но это из-за того, что я слишком редко и редко ее достаточно записывал. В этот раз мы ее будем записывать гораздо чаще. Первый эпизод мы будем проходить эпизоду от с конца, можно сказать, по дате их выхода. Первый эпизод, который вышел к этой игре, это Trick or Treat, потом вот, короче, в ту сторону эпизоды выходили. Вот. И мы начнем как раз таки с первого. Именно из-за того, что когда вот этот вот эпизод вышел, Trick or Treat, он посвящен Хэллоуину. Именно из-за этого у меня вот как раз таки такая вот атмосфера. Темнотища такая вот. Плохо видно. Меня. Темнотища. Ну, как для Хэллоуина. Сейчас, конечно, не Хэллоуин, но мне как-то до Хэллоуина ждать лень. Так, начинаем. Так, как по стандарту у нас уровень начинается с простых, очень простых уровней. Жалко, здесь не было специальной кнопки, чтобы по-быстрому уровень завершить. У нас вот такая вот хэллоуинская атмосфера. Тут множество, тут эпизоды посвящены каким-то праздникам или событиям. О, дракрейсеры на улице. Так, подсказывают нам тут тыквы хэллоуинские. До 2016 года обновлялась эта игра, добавлялись новые эпизоды, в смысле. Я уже думал, они когда прекратят уже новый эпизод добавлять. В 2016 году прекратили. Сейчас они иногда обновляют ее, просто там какие-то ошибки исправляют. Но новых эпизодов они там не добавляют. Но эпизодов очень много, прям вот очень много там эпизодов. Так вот, вышел первый эпизод Angry Birds Seasons, Trick or Treat, один и единственный эпизод был. И поэтому игра называлась не Angry Birds Seasons, а Angry Birds Halloween. На Хэллоуин. Потом вышел эпизод Seasons Greetings, посвященный Рождеству или там Новому году. Тогда уже игра называлась Angry Birds Seasons. В 2010 году игра вышла. Так, ща. У нас тут эпизоды не сильно длинные. Тут эпизоды гораздо короче, чем в первой части. Ну, первый эпизод, конечно, достаточно длинный. Он состоит из 45 уровней. И уровни, я бы не сказал бы, что легкие. Тут будут у нас. Так, тыквы тут у нас, короче, везде. Это не единственный, кстати, хэллоуинский эпизод в этой игре. Там, в зависимости от года, тоже выходили еще там рождественские эпизоды, хэллоуинские и так далее. Так, бомб, который у нас взрывается. Ha ha ha!
Так вот, прошли мы с вами еще один уровень. Я не уверен, я сомневаюсь очень, что... Очень даже вряд ли, что мы пройдем весь этот эпизод за одну серию. Я вообще его... Заботно уверен, что нет. Максимум пару частей. Максимум 2-6 этого эпизода мы пройдем. Тут уровень пока легкий идет, но потом они будут усложняться. А, нет, понял. Камушки его раздавили. Так, Матильда. Так, яйцо. Нам, походу, лишнее это будет пока. Да, на фоне Хэллоуин тоже у нас тут играет. Так, не очень точно я выстрелил. Вот этот уровень, кстати, достаточно сложный. Я его долго проходил. И, возможно, и сегодня мы будем его проходить долго. Потому что прям в середину сразу попробую выстрелить. Не очень, честно говоря, хорошая идея была. Так, блин, ну по традиции, по старой. У нас один свин остается живой. Во, вот это хороший удар был. Вот только вот лучше бы эти доски тоже покупали. Тогда вообще было бы шикарно. Во, давайте, падайте все. Кусок говна мешает, правда. И по традиции у нас 5-1 останется живой. Нет, они оба останутся живы. Нет, надо, чтобы этот свин сдох, иначе ничего тут не развалится. Да японский ты годовой. Давай, выстрели в него, Так, ну неплохо. Давай, катись, пожалуйста. Во, давай, еще немного. Отлично. Так, надо в того свина попасть. Хорошо. Терренс.
большой здоровенный птица. Кстати, наверное, многие из вас, если вы смотрите это видео, значит, может быть, не все, но ходили на мультфильм Angry Birds 2, он называется. Что я могу по нему сказать? Фильм неплохой, но мультфильм неплохой, но первая часть, мне кажется, была получше. В ней было больше отсылок на саму игру. Тут там никакой толком рогатки не было во второй части. Использовали рогатку, но совсем немного. Где-то в начале только. Отсылок на игру там меньше. И вот это Терренс, Матильда, там некоторые персонажи играли роль камео, ну то есть эпизодическую роль. В первой части было совсем не так. Первая часть была поинтереснее. Не, мультфильм хороший, мне понравился, но все-таки он не идеальный. На игру Angry Birds он не так сильно похож. Хорошенечко, очень-очень здорово. Только это... Храня не упала. Да, не очень что-то повезло сейчас мне. Вот это гораздо лучше было, чем в первый раз. И ты смотри, а ты пробила. Нет, он все равно живой остался, это бред. Нет, фигово получилось. Вот во второй раз получилось вообще круто, но его зажало так, я толком добраться на него не мог нормальным способом. Что ж ты будешь делать, а? Так, это 12-й? 12-й. Так, Хелл. Я что-то не помню, чтобы в Angry Birds 2 мультфильме Хелл вообще был. Его, по-моему, не было там. А может и был, но я не помню уже. Прокат этого мультфильма еще так и не завершился, поэтому я не могу его пересмотреть. Он есть. Там это экранная версия, но в интернете можно найти, но там... Она не дублированная, там перевод какой-то левый. Смотреть неинтересно даже, как это. Не прикольно было смотреть. Правителя острова птиц Ги не было там вообще, точно не было.
Я не попал ни туда. Да ё-моё, а. Ну не туда, блин. Да что ты будешь делать? Да не туда, ты куда-то ли стреляешь? Это же я неправильно там. Конечно, от меня все зависит, а не от игры. Вот так вот только... Надо было в прошлый, надо было прошлый раз сделать так же. Сейчас попробуем еще раз. Да ё-моё, а! Тяжело. Там кусочек говна доходит. Извините за выражение. И... Отлично, отлично. Так, никакого результата почти. Бесполезно. Наконец-то. Наконец-то. Так, вторая часть эпизода началась у нас. У некоторых эпизодов даже самый первый уровень сложный бывает. Этот свин закопался что-то сильно. Да ну фиг, доберешься. Так, фиг. Получится. Да что ты? Блин, что за какие дела у нас пошли? Давай, дохни, дохни. Ты мне мешаешь. Не знаю, как этот уровень пройти можно. Yeah.
Хорошо, дело пошло. Так, ну чё, заканчивайся уровень. Так, ну по традиции. Традиция, традиция и еще раз традиция. Тогда одна свинья остается живой. Куда я традиция, когда я промахиваюсь и не туда целюсь. Так, ну, давай, падай все. Сейчас мы вот этого чувака пробьем. И будет зашибись. Первого удара, обалденно. Давай, рухни, ну е-мое. Да еб. Вон, городовой, а. Ой, блин. Не очень-то получилось хорошо. Ничего, может в него получится попасть. Да, получилось. Я думал, что не получится. Какой это уровень, кстати? Четвертый. Кстати, да. Подписывайтесь, как вторая часть. Да ё-моё, ну что ты не туда стреляешь? Не туда, блин, целишься. Не туда летишь. Yeah.
рыцаря. Что ты творишь, а? Да всего. Попробуем вот так вот его подбить. На, зараза, наконец-то. И какой-то уровень, 6. 30 минут уже записываем тогда. Кошмар. Ну заканчивайся, уровень. Чего ты ждешь-то? Жалко, кнопки тут нет специально. О, это шалаш, да. Со стеклянными окнами, причем с фонарями на крыше. Офигенно. Что-то без результата вообще с выстрелом. О, телефон зарядился сейчас. О, стену чуть не уронил. Да что ты будешь делать? Это какой уровень, кстати? 2-7. Дохните, дохните скорее. О-о-о-о. Вот это уже неплохо. Правда, я совершенно сомневаюсь, что их сейчас убьют. Конечно, нет. Один у нас по традиции остается живым. Да ё-моё, не успел выстрелить. Не успел запустить яйцо. Да что?
Есть. Наконец-то. Усач бородач остается жив. Ну, он, правда, не бородач, конечно, просто усач. Но все равно. Он усач. Но не усрач. Да усрач не пугается никто. 5 минут уже. Ну, ёшкин такой, давай уже быстрее заканчивайся уровень. Так, может, так же попробовать быстрее, и она туда упадет. Хотя что я сомневаюсь. Нет, походу это не поможет. Как тремя грэдами это все разрушить? Я не представляю. Вот непонятно, как это разрушить тремя самыми простыми птицами. О, хорошо. Пошло дело. Так, вот тремя бомбами это... Неплохо будет уже. О, сейчас мы это добьем и все. Так, это уровень 11. Хорошо. Да ё-моё, что ты? Как всегда, сложно тут всё. Так, ну что-то надо, там что-то результат получился. Так, вот этот тыковой помешает нам, наверное. Что-то нам тут нормально разрушить. Давай, сквозь дерево, отлично.
надо в обоих попасть. Если я в них не попаду, то будет фигово. Попробуем сейчас. О, отлично, отлично. 39 минут уже. Кошка к другим лезет. Короче, башня какая-то непонятная. Так, сейчас это дело упадет. Вот бум, тут бы был бы в самую тему. Но его нету здесь. Дохни, дохни быстрее. Давай, падай прямо на него. Отлично, отлично. Сирена, сигнализация у машины на улице. Зашибись. Вот упали на него. Какой уровень у нас? 14. Еще два уровня у нас осталось. И закончим. И так уже 42 минуты идет. Сейчас будем проходить. Конечно.
наконец-то, блин. Наконец-то. Так, усач, тыкай. Трешачок полнейший. Это мало результата дало нам. Я хотел бы, чтобы вот эта тыква упала, а не сломалась. Это вообще фигово, все у нас пошло фигово и долго. Наконец-то прошли, блин. Ой, закончим на этом точно. Такая вот долгая серия у нас получилась. Но. Так, все, достаточно. Пока что. Ну что ж. Давайте перейдем к главному. Вот вопрос, на который вы должны ответить в комментариях, если вы хотите выиграть 500 рублей. Вопрос звучит так. На каком уровне впервые появился свин в тыкве? Вот он находится. Вот тут он находится. На каком из этих уровней появился впервые свин в тыкве? И варианты ответа. 1.8, 1.15 или 2.1. Пишите правильные варианты ответа в комментариях. 31 декабря определителя мы с вами победим. Определим, точнее, простите за выражение. Так. И на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Извините, что серия была такой долгой. Вы, наверное, уже очень устали. Всем пока. С вами был Максим Мазин.